Сергей недавно вернулся с Копенгагена, вот там тоже были интересные бои. Кто боксировал, Даня? Ну, были интересные, на самом деле, бои. Боксировали датские боксеры, боксеры европейскими в основном. Посмотрел я, мне было интересно, работаю с датским промотором, мне было интересно посмотреть на его потенциал, ну и проверить старшего боксера. Ну, у нас есть ветеран Брудов Валерий, очень интересный парень. Он был интерим чемпион мира по версии ВБА. Боксировал он с молодым, который будет сейчас чемпион мира боксировать. Ну и так, если честно, из 9, из 8 раундов он 7 выиграл. Последний раунд он просто не просто подбросился, бросался всячески, пробовал там, атаковал. Он не попадал, но атаковал, он был очень активный, парень волевой. Но, по моему мнению, из 8 раундов 7 выиграл. Брудов, ну, дали 2-1 в сторону соперника, это было удивительно. И Брудов вывесил, всем был удивительный зал, хлопал. Валера показал искусство бокса, показал, что такое. Ну, понятно, что он уже ветеран, что он боксирует в удовольствие. Он получил удовольствие. Это я бы так говорил. Валера, получай удовольствие, когда боксирует. Он получал. Говорит, я столько удовольствия получил. Он и обманывал соперника, и как бы поатаковал. Ну, обманывал, в смысле, хорошего смысла. Что он там покажет, сделает какое-то движение, отойдет, потом проведет серию. То есть всячески делал все, чтобы победить. Как бы ложные движения делал, и повтор делал. Ну, показал хорошую школу бокса. Вот, как бы понравился бой, и зрители хлопали. Он получил немножко этого молодого датчанина боксировать. Ну, Шкарупа проводил бой, Роман Шкарупа. Хороший бой был с ветераном Лоленгом Мок. Это ветеран, которого сделал ставку промотор. Ну, бой был равный, все раунды. Там просто, честно говоря, вроде бы по-любительскому выиграл Лоленго, он больше как бы легких ударов наносил. А более сильный удар наносил Шкарупа, хотел всячески уронить, хотел. Пару раз шатался Лоленго, мог, ну не добил. Ну, в принципе, против результата боя возражений нет. По профессиональным правилам, как бы, то есть помощнее был и посильнее был Шкарупа, а по-любительски, или как бы средним, можно было давать Лоленко. То есть Лоленко как бы достойно проявился, ему 45 лет, боксирует. То есть они сейчас должны боксировать еще с одним парнем нашим. То есть человек движение, человек, жена с 3 детьми приходит болеть за него. То есть семейная идея.